тебя на 360. Все остальные на проводе пояса. Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе пояса. А давай теперь поговорим про трек LJ360. Угу. Герои наших предыдущих выпусков Impalda и Муза рассказывали, что очень много битмейкеров пробовали сделать этот трек, но получилось только у тебя. На 360? Да. То есть тех задание было выслано нескольким, угу. И у тебя получился самый крутой вариант. Расскажи вот поподробнее, как это произошло. Как это произошло? Опять же, Wonderfeel. В общем, да, он нас свел с LJ-ем. И LJ мне написал, что есть трек, крутой трек, вот просто нужно свежее дыхание в него, знаешь, вдуть. Ну, образно, наверное, дословно он так и сказал. И он мне скинул разложку того, что у него было. Это плаг, голос. И... То есть основной плаг, вот этот, который в самом начале играет. Да, но, конечно, я его подвызвучил чуть по-другому и там продублировал, но типа да. Вот именно основная идея была другого битмейкера, Крими, ну, как мне сказал LJ. Вот, поэтому я вот просто взял эту разложечку и убрал все, кроме этих звуков основных, и сделал бит, бас. А до этого вы с LJ не общались? Нет, вот тут первое наше взаимодействие. Это у нас проект 360. Да, это проект 360. А давай послушаем те куски, которые тебе изначально прислали. То есть сама маримба тебе... Да, это маримба. Ну, просто я же так... То есть она была там какой-то такой... Ну, более в глухом, да, звуке? Да. Всякие фильтры для прикола. Вот, голос. Перед моими глазами только твой вид, сзади запах. И мы липнем друг к другу, как сахар. Не хочу... Конечно, он по эйрам вообще так уничтожает, круто. Ну, тебе уже готовый, да, голос прислал? Да, вот прям такой голос уже. А ты потом это все экспортнул, это была финалка или кто-то еще доделывал? Нет, я просто им согнал то, что я доиграл. По дорожкам, да? Да, и они уже все собрали и выпустили. Быстро это произошло? Или... Да, довольно быстро. Оперативно? Да, оперативно пацаны делают. Что еще? Вот. Тезу был. Да, ну тоже, я бы что-то подвызучил как-то минимально, но плюс, ну короче, основы именно прям их. Просто я, поэтому он у меня сохранен остался. Бочку ты чем обрабатываешь? Давай тыканем, сейчас. Бочка это у нас царица полей. Царица полей? Да. Хорош. Вот так эта бочечка из моего пака, я вот уже как вот начал биты делать, я начал отбирать звуки. Ну, на бочечке у меня эквалайзер как бы. И все? Ну, все, да. А ну, может, я чуть-чуть соточку убрал, потому что понял. А бочка изначально, может, у тебя вылизанная, да? Потому что была? Не. Ну, просто понял, вот соточка, смотри, как она влияет. Вот она есть, и вот ее нет. Ну и, короче, это мой вообще именно secret weapon. Я всегда делаю группы барабанов, и, ну, чтобы они запирали чуть-чуть, понял? То есть для этого тут я юзал Red. Вот классная тема. Она, по-моему, дает именно сатурацию вот этой. Ты ее на все дранкиты? Да, на все ли? Именно группы барабана. Ну, сейд. И без нее, понял? Ну, короче... Такие более грязненькие становятся, да? Да, они более живые и более как-то сплоченно звучат. А, кстати, ты про плаг говорил. Тоже он из Нексуса. То есть, знаешь, я скорее просто добавил именно тех нюансов, знаешь, каких-то более танцевальных, ну и все. Вот это классный звук. А что это за звук? Где ты его взял? Это со сплайса я скачал. Слушай, у тебя там такие были ту-ту-ту-ту-ту, флейта вот эта, ту-ту-ту-ту. Да, нет, это Крими тоже. А, то есть это было, да? Да, это очень, было. Очень прикольный вставка. Да, вообще кайфово, очень настроение. Я думал, что это ты придумал. Нет, это Крими. Красавчик. Конечно. Плюсик тебе. Очень. Прям респект. Хорошо, лапку пожали. Ты потратил больше времени, чем потрачено было на розовое вино и на медузу вместе взятых. Были правки, конечно, от LJ. А что изначально было не так и что поправили? А, знаешь что, я сделал откровенно ровную бочку. Прям, то есть было на припеве? Да, а есть эта версия старая? Еще... Или мы хрен ее найдем? Да нет, что можно сделать просто. Кстати, так тоже неплохо, но... Тоже неплохо, но он хотел... Конечный вариант интересен. Да, конечно, оно более ломано получилось, и тут я с ним согласен. А у тебя активация Windows, да, слетела? Да вот, короче, у меня лицензионный Windows, потому что я же его купил и поставил на Bootcamp. И вышло обновление Windows,
И у меня слетело оно просто. Говорит, ну типа, введи пароль. Я ввожу пароль, который у меня был на этой бумажке, понял, Windows, что я покупал. Ничего не работает. Короче, ломаная лучше, да, сидит, чем... Да честно, я уже убедился в том, что ты сломал, и они даже не запрашивают. Ничего у тебя, знаешь, не требуют. А если ты лицензию купил, то они бы постоянно... Ее нужно всегда подтвердить. Так же с FL-кой, да? То есть, да, ты говоришь, у тебя была лицензия, да, и с ней проблем была больше. Была лицензия от ноутбука Razer, и она постоянно слетала. То есть, она постоянно... Знаешь, нет интернета, извини. Ну, мы сейчас, знаешь, в демо-режиме, значит, запустимся. Понял? Мы не можем проверить лицензию. То я решил все ломать и... То есть, тебе, ты купил ноутбук, и он был с лицензией FL Studio? Razer и ноутбуки, да, они же с FL Studio идут. Есть такой трек, Blade, называется Netmate, который говорят, что это плагиат 360 сходство. А, знаешь, это на ютубе такое видел. Что ты по этому поводу думаешь? И знаешь, как... да, я когда даже типа поднапрягся и нашел этот трек, ну где-то он был в статье какой-то. Так. Ну блин, ну честно, ну что там похожего? Ну плаг, сам плаг похож, но слышно же, что это не он, тональность другая, аккорды другие. Ну, сам стилек, ну, блин, все этими плаками стандартными пользуются, поэтому мне кажется, что это вообще... Ну, тем более, это же, если что, это плак не мой, а Криме. Поэтому... То есть к тебе вопросов нет? Ко мне, если что, вопросов нет, но и к нему не должно быть, потому что, ну, блин, это просто похожие звуки. В итоге тебе понравилось то, что получилось? Очень. И видеоряд, который он снял, это вообще, ну, очень круто, конечно. У него очень крутое видение, он знает, как делать свой проект. Ну, ты понимал, что это будет прям хит? Ну, да, конечно, это LJ. Во-первых, это LJ, это уже все хит. Еще и такой реггетончик, знаешь, необычный для него тогда. Это, да, сработало. Ну, хвалите меня хоть что-то, будем. Красавчик.